Приходите на митинг санкционированный против запуска ракет, против, против строительства АЭС, против превращения Казахстана в мировую ядерную свалку. Эти люди в костюмах ядовито-желтого цвета против отравления родной земли. Только в Астане активисты движения «Антигептил» раздали 1000 листовок с призывом выйти на митинг и поддержать их требования. Мы против того, чтобы строили банк ядерных отходов, против строительства АЭС, закрытия всех российских полигонов. И, конечно, самое главное для нас – это больная тема – это запуск ракет на гептиловом топливе. Сразу после раздачи листовок пресс-конференция, где антигептильщики рассказали, зачем нужно идти протестовать. Своего рода Казахстан стал мировой лабораторией для разного рода экспериментов. Благодаря этим экспериментам с каждым годом, с каждым разом, после каждого такого опыта, что мы можем наблюдать? Мы можем наблюдать ухудшение здоровья. Сокращается продолжительность жизни наших людей. Активисты говорят, что митинг в столице будет необычным, с перформансами, фотовыставкой и другими акциями. Движение «Антигептил» – это более 10 различных общественных объединений. Оно образовалось стихийно после июльского крушения ракетоносителя «Протон» на Байконуре. За несколько месяцев его члены уже не раз проводили акции протеста с целью привлечь внимание сограждан и властей к экологическим проблемам страны. Но чиновники пока никак не реагируют на их требования.